Volkswagen пошел на рекорд. Ведущий немецкий автоконцерн в прошлом году продал 8 300 000 машин и увеличил чистую прибыль вдвое до без малого 16 миллиардов евро. Но в этом году компания намерена улучшить эти результаты и без того рекордные для нее за счет развивающихся рынков Индии, Китая и Южной Америки. А к 2018-му Volkswagen рассчитывает занять первое место в мире и по объему продаж, и по размеру прибыли.